Всем добрый вечерок. Здравствуй, енотыч. Здравствуй, Коксик. А ты что это нос повесил, а? Ну, а то и повесил, что целый день вот так вот из угла в угол хожу и ничего интересного придумать не могу. Вот это да. Да как же это? Погоди. Понимаю, это у тебя от недостатка витаминов, наверное. Ну что ж, я тебе помогу. Вот, угостись зеленым лучком и укропчиком. Все свеженькое, только что с грядочки. Вкуснотища, мне сам вырастил. Да? Да. Ты думаешь, вот это поможет? О, даже не сомневайся. Ты на меня посмотри. Я целый день в саду огороде провожу. Среди разной зелени витаминной. И вот тебе результат. Настроение прекрасное. Урожайность отличная. А мысли какие? Ух, легкие, радостные, словно бабочки. А по-моему, здесь дело не только в витаминах. Всем добрый вечер. Здравствуй, Юля. Добрый вечерок. А в чем же еще, по-твоему, Юль? По-моему, енот Енотыч, хорошее настроение и добрые мысли появляются тогда, когда ты нашел свое призвание. То есть дело, которым тебе очень нравится заниматься. А что? Может быть и правда, а? Вот мне мой сад-огород очень нравится. Ну а где же мне интересное дело найти? Ну, Коксик, ты подумай. Вот, например, сорока нашла свое призвание в лесу. Да? Да. А было это вот как. Как-то раз сидел Михаил Потапыч у своей берлоги, разжигал самовар и вдруг слышит, что такое. Безобразие! Спасите, помогите! Сорока, это ты? Ну, говори, что случилось. А то и случилось, Михаил Потапыч, что у нас в лесу порядка нет. Все меня бедную несчастную гонят. Как гонят? Почему? Да потому что у меня голос громкий. Я, видите ли, тараторю день и ночь, покоя никому не даю. А как же мне не тараторить, если я каждую минуту сокровище нахожу? Погоди. Какое такое сокровище? Самое настоящее у меня в гнезде, чего только нет. И разноцветные стеклышки, и блестящие обертки от конфет. И даже пуговка имеется. Обертки от конфет? Пуговки? Да что же это за сокровища такие? Зачем они тебе нужны? Как зачем? А зачем нужны, что... Что? Ой, кажется, я и сама не знаю, зачем. Вот это да. Выходит, у всех птиц да зверей какое-то важное дело есть. А ты только зря крыльями воздух сотрясаешь. Ох, да как же мне теперь быть-то? Где же мне свое дело найти? Уж я не знаю. Мудрено это вопрос. А полетай-ка ты, сорока, по лесу. Посмотри, кто чем занят. Глядишь, и у тебя дело появится. Спасибо за добрый совет, Михаил Потапыч. Обязательно полетаю. Ой, что такое? Пчела, ты погоди, сестрица! Это ты мне, сорока, кричишь? Тебе. Скажи на милость, есть у тебя главное дело? Конечно, есть. Я нектар собираю, из него медок делаю. Он от всякой хвори болезни первое лекарство. Ой, а кто это там орехами бросается? Кто это безобразничает? Да не безобразничаю я, тетушка сорока. Я тружусь, орехи сортирую, одни в дупло ношу, запасы на зиму собираю, а другие на землю роняю. Из них потом новый орешник вырастет. Да, да, еще какой орешник. Густой, да зеленый. Я для него уже и землю разрыхлил. Это что же выходит, и у тебя такого маленького тоже важное дело есть? А то как же. Мое дело землю рыхлить, да лес растить. Правда, очень оно трудное, это дело. Часто в земле мусор встречается, разные стеклышки да фантики рыхлить мешают. Как услышала эта сорока, так будто молния ее пронзила. Вот для чего я полезной быть могу! И с тех пор стала сорока за порядком в лесу следить, мусор собирать и о нарушителях на всю округу кричать.
Молодец, сорока! Настоящей помощницей лесу стала! И говорят, с тех пор чище того леса нигде не было. Вот такая история. Я тоже могу настоящим помощником стать! Я теперь всем своим друзьям помогать буду! Вот тебе, еноч, помогу завтра грядки полить. Хочешь? Ну, еще бы, Коксик, конечно, хочу. Да, помогать друзьям – это очень хорошее дело. А главное – интересное дело. И чем больше друзей, тем оно интереснее будет. Правда, Юль? Конечно, Коксик. Ну, а теперь, когда ты нашел свое призвание, мы можем попрощаться с ребятами и пожелать им спокойной ночи. Да-да-да-да. До свидания, ребятки. До завтра. Добрых вам снов, ребята, и ангел-хранителя. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.